На выставке участвуем уже 15-й год. Выставка продуктивная и дает немало хороших контактов, дает возможность встретиться нам с нашими партнерами и представить новым клиентам нашу продукцию. Количество посетителей выставки в этом году удивляет. Оно выросло, поэтому результат выставки ожидаем значительно больше. Конечно, планируем участвовать в последующих выставках. Мы участвуем на выставке впервые. Выставка только началась, но уже есть заинтересованные люди, приходят, интересуются нашей продукцией. Я думаю, среди них уже есть наши потенциальные партнеры на следующий год. Может быть, мы возьмем стенд побольше. Первый раз на этой выставке. Только пришли на выставку, и уже как бы есть пара договоренностей с новыми партнерами. Сейчас пойдем обсуждать уже конкретно поставки, объемы продаж продукции, которые нам очень интересны. Постоянно посещаем эту выставку обычно как посетители, но в этом году мы выставились как участники. Можно предварительные итоги сделать. Выставка, она оправдала ожидания прям на все 100%. У нас есть предварительный пул заказов, а нас узнали намного больше людей. Выставка сама чем хороша и почему мы именно на нее зашли. Здесь целевая аудитория, она именно целевая по сравнению с аналогичными выставками. У нее шикарная деловая программа. Можно напрямую пообщаться с первыми лицами федеральных сетей, региональных сетей. Много узнать нового. Мы на следующий год решили забронировать это же место. И я думаю, что для нас это будет уже хорошей традицией участвовать в этой выставке. Мы участвуем не первый раз в выставке World Food. В этом году выставка нам очень нравится, потому что она более массовая, очень много посетителей и гостей. Мы получили много новых контактов международных. В данный момент есть большой интерес к продукции нашего завода со стороны Китая. Есть устные договоренности. Мы надеемся, что это выйдет в продажи и поставки в Китай. Наша компания ООО «Фитнес Десерты», бренд «Фитнес Шок», участвует на данной выставке уже второй год. На данной выставке мы хотим получить, да, можно так сказать, больше клиентов, больше познакомиться с людьми, которые, может быть, нас сподвигнут на какие-то новые идеи, на новые разработки. Планируем и в следующем году, потому что мы также активно продаем и на международный рынок, поэтому данная выставка для нас тоже будет полезна, потому что все больше и больше мы покоряем другие страны. Здесь также проходит знакомство с крупными клиентами, это выбор сетей, выбор продукта. Также на этой выставке мы встречаемся с клиентами из разных регионов, которых мы не можем, как говорится, найти близко и быстро. На мероприятии World Food наша компания «Эвко Food Professional» выступает в кулинарном марафоне. Также мы участвуем в деловой программе. На данный момент нам удалось уже собрать значительное количество целевых контактов, как конечных клиентов, так и дистрибьюторов. На выставке большое количество посетителей со всех регионов. Могу порекомендовать данную выставку как отличную площадку для поиска партнеров, потому что здесь очень оперативно можно обменяться контактами. Эта площадка, в первую очередь, наверное, даже коммуникационная, на которой люди знакомятся и начинают дальнейшее сотрудничество. На этой выставке мы участвуем второй раз, второй год. В прошлом году был такой тестовый заход посмотреть, нужны здесь наши услуги по упаковке или нет. В этом году мы пришли со специальным предложением для хорики, для общепита. Около нашего стенда с первого дня, буквально с первого часа, очень много людей. Я думаю, что выставка эта будет для нас, скорее всего, постоянной. Результатом очень довольны. А для меня лично это любимая выставка. Самая интересная деловая программа всегда здесь. В этом году новая целая деловая подробная сессия посвящена общепиту.